друзья. Заметил я птичку и подумал, надо бы снять, вот как она поет. А мы находимся на поле, так хочется сказать, колхозном, но оно не колхозное, а такое вот нон-профитное, где мы клубничку собираем. Так что идем за клубничкой. А здесь вот место, где ребят там могут и покушать, и душек принять. В общем, так вот все вокруг цветет и пахнет. А вот и клубничная грядка. За те пару недель, что нас тут не было, я вот так вижу, подросла клубничка такая, знаете, здоровенная, там с полкулака размером, большая. Мы сейчас вам покажем. Вот она. И никого нет, кроме Светланы и меня. Вот, друзья, собрали мы со Светланой такую посудку. Так еще вон, и да. У нас тут еще есть, да, немножко. Вот. Вот так есть. И такого же плана. Мы платим за клубничку, а ребятам, которые интересуются, откуда мы знаем, что она органическая, вообще тут все органическое. Я вот показываю этот значок. Это California Certified Organic Farm. И офис этой организации находится вот буквально, давайте я в сторону камеру направлю, вот там буквально, вот там. Малинка, друзья, растет, и тут много чего растет. Светочка, скажи, пожалуйста, что мы хотим тут подсобрать сейчас? Мы хотим собрать это самое... Капустки, если удастся, немножко морковки. Да. А может быть, нам собрать немножко малины, потому что там спелая, знаешь, есть. Есть, но я думаю, что это как бы столько времени займет, да, ну, что, ну, может быть, не стоит связываться. Вот это растут подсолнухи. Вот это тоже подсолнухи. Вот это морковка. Но она еще ранняя такая морковка. Вот. Вы видите, как делается орошение, да? Вот эти вот проводочки. Так. А что это за листочки такие? Пишут буш бин. Вот тебе на. Ну, бин — это какая-то фасоль. А, ну да, но буш какая-то кустовая. Uh-huh. Кустовые бобы. Ну ладно. Парсли. Петрушка. Uh-huh. Петрушка, друзья. Света, мы не хотим петрушки? Нет, петрушка. Мне больше это кинзу пользуюсь. А есть кинзу у них? Так. А вот тоже капустка летиус. Так. Необычная капуста. Необычная, она так. Это листовая. Не наиболее типа. Она, ну, не... Ну, это, наверное, листовая. Это летиус, ну. Так она должна быть. А-а-а. Вот. Ты знаешь, что, может быть, нам такой летиус тоже. Это, друзья, сельдерей. Давай мы такой летиус тоже. Давай, возьмем. Давай, возьмем. А вот это просто капустка. Что называется, кэббидж. Вот он, друзья, кэббидж-то. Я не думаю, что я вас удивлю тем, как растет капуста. Абсолютно нет. Но просто порадуйтесь с нами, друзья, как красиво, симпатично растет капустка. О, вот они три капустки в нашей корзиночке. Мы две себе возьмем, правда, Света? А одну отнесем дочке. Сегодня заедем в гости. Сегодня Mother's Day, да. У нее две девочки, и у нас Светлана. Мы все как бы благодарим и празднуем наших девочек. Я морковку собираем с этой грядки. Так. Тут она так плотненько растет. Ну, заодно прореживаешь. Заодно прореживаем. Ну-ка. Их! О! Красотуля вообще. А, такая ласточка. Красотуля. О, Света, это наш. Ну-ка. Это, опа-на. Ну, шикарно, слушай. Вот и ласточка. Вот и хорошая. Ну, вот и хорошая. Света, давай это колхоз организуем. Нет. А чтобы работали другие? Да. А мы только выдергивали. Землю стряхни, чтобы они... Я стряхну. А теперь Миша пошел на охоту за укропом. Тестер с укропом. Ну, лучше с укропом, чем без, правильно? Да, конечно. Ну, хватит, сколько нам нужно укропа? Годы молодые, блин. Весь укроп бы выдирал. Вообще, укроп не корневой, его можно без корней. Ну, это... так уж вышел, что тебе. А вот, поэтому, все, хватит нам укропа. Пустка летюс. Листиков много,
А больше ничего нет, только листики. Сейчас будем ее ножичком. Зато свежая, органическая. Да, ничего кроме моей лысины вы не видите. Ну вот, теперь лысины нет, а капуста есть. Хорошая, хорошая. Хорошая. Ой, пахнет. Знаешь, чем пахнет? Свежестью. Вот давай, да, что-нибудь такое на салатик съедим. Больше ничего не надо нам, да? Да, ну сейчас посмотрим еще, давай. Давай посмотрим. Вот это с цветочками, друзья, это... Как цвет назвать? Ну, это такой лучок-чесночок зелененький. Это чаев так? Чаев так называется, да. Yes, please. So, вы видите, как он режется. Beautiful purple flowers. Да, его отрезают, а потом новый на этом же месте растет. Это называется чаев. Я не знаю просто, как по-русски его правильно назвать. There's something else growing in there. We don't need that. Ой. Some extras. Extras. Chives with benefits. And they're very tasty. We put them in everything. Salads. Yeah. And... Светик, дай мне понюхать, там, где отрезано, дай понюхать. Ой, как хорошо пахнет. О, чесночищем пахнет. It's like a green garlic. Good for flavoring anything at all, yeah? Yeah. Ну и, конечно, друзья, как уйти с этой фермы, не взяв хлебца, который пекут в соседней бейкере и ликвидируют здесь остатки путем раздавания их за бесплатно. Я загружаю клубничку в автомобиль. Видите, бумажки справа. Это ваши вопросы, которые я зачитываю по дороге. Вот это на $15. И еще на десятку нам вышли все зеленушки. Там три капусты, морковка, значит, леттюс и укропчик. И, в общем, что мы там надрали. Вот это еще и на десятку. Чаев, да, чесночок такой. И вот все вместе, вон с космоса, да. Красиво смотрится, он с клубникой тоже. Да. $25 за все вместе. Угу. Прямо с грядки, друзья, мы пошли добавить для салатика. И Света потерялась, она не знает, вот то ли эту редиску взять, то ли эту. Посмотрим, сравниваем. Раз, два. А то ли вообще вот такую, понимаете? И вот не знаешь даже, такие дамские пальчики, прям не знаешь, что и делать. Остановились вот на этой с мыслью о том, что она понежнее. Да, Свет? Да, я думаю, что она понежнее. Ну вот, а чем еще добавим для салатика? О, мы сейчас помидоры найдем. Вот эти, друзья, казалось бы, ну чисто сорняки, правда? Вообще должны были бы бесплатно отдавать. Нет, отдают за деньги. Мы, друзья, на помидорной грядке. Вот эти называются Roma tomatoes. Так, ой, мать честная, это тоже помидоры, смотри-ка. Херлум, вот эти вот цветастенькие, странненькие такой формочки, такие немножко как бы они попорченные какой-то ерундой, поетые как бы каким-то, не знаю чем, они безумно вкусные. Ой, они пахнут потрясающе. Так, ну эти на связочке, сейчас понюхаем. А, тоже хорошо, о, как хорошо пахнет. Диким таким пахнет. Ну, маленькие тоже иногда бывают очень неплохо. Вот эти, это что ж такое? Они локальные, так, местного они производства. Да, ой, пахнет как. Слушай, это дорого для помидоров, да, пятерка? Ну, $4. Окей, но они местные и они органические. Они пахнут потрясающе. Вот, возьмем здесь еще органическое авокадо. Авокадо, куда мы его? А? Салатик. Друзья, авокадо в салатик исключительно. Так, а эти что у нас тут за 2,50? Что они? А, пахнут тоже, но не так остро. Да. А это красные виноградные. А, нет, что-то вообще не пахнет. Здравствуйте, друзья. У нас прекрасная девушка Алейджи. И она угощает народ шампанским. So what is the purpose of the action? So this is for Mother's Day pop-up. Yes. Okay. So it's not just champagne, it is... No, so yeah, there's some lovely brie, we've got some a tarragon spread, some strawberries and chocolate, and then we have a mocktail mimosa, which is with some orange mango juice and some coconut sparkling water. Много чего предлагается попробовать, как же такое, у них такая акция. Let me know how the champagne is. Yum? It's a good one. Yeah, it's a Prosecco, it's a Valdo, it's a $9.99. It's a really good price. Друзья, за десятку. So what is the regular price? I believe it's $1. Okay. No, it's okay. Так, я говорю, сколько стоит обычно? Она говорит, обычно, наверное, на доллар больше.